Насколько довольны увиденным в сегодняшних двух играх? Очень доволен, потому что такие два хороших спарринга получилось и утром, и вечером, и практически все сыграли по 90 минут мы. И содержанием, и как ребята держали темп, мы очень довольны, потому что была целостность, и да, что-то могло не получаться, но это какой-то сумбур, то есть в плане можно было сделать какие-то вещи более качественно, вот, но ничего страшного, это игра, мы это исправляли, и хорошие спарринги, хороший день сегодня был, прям два матча нам понравились.